да, то есть у нас будет очень много концертов. Ну, в принципе, такая же жизнь, как публичная жизнь футболиста. В принципе, то же самое. Жизнь была, конечно, безусловно, интересная. Каждый день было что-то. С детства профессионально занималась синхронным плаванием, занималась 9 лет, решила заниматься профессионально танцами. Выигрывала, ну, так же, как наши мужья, выигрывала чемпионаты России, Кубки России. Вот. Но потом сама для себя решила, что буду учиться.